По ходатайству прокуроров из-под стражи освобождены 676 человек, участвовавших в забастовке. Всего по беспорядкам в стране до суда дошло 8354 административных дела. Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин на брифинге в службе центральных коммуникаций. Начато 695 досудебных расследований по тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с беспорядками в стране. Из них 44 возбуждены по актам терроризма, 15 по убийствам, 6 по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. В качестве подозреваемых задержаны 780 человек. 695 из них были арестованы судом. По ходатайствам прокуроров из-под стражи освобождены 676 человек, оштрафовано 344 человека. На рассмотрении находится 733 ходатайства прокуроров о смягчении наказания.